Футбола высшего качества. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Футбола высшего качества. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Футбола высшего качества. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Футбола высшего качества. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Футбола высшего качества. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Футбола высшего качества. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Футбола высшего качества. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча. Посмотрим, как будут играть гости. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. И новый сезон Лиги Чемпионов начался. Первый групповой матч знаменует собой начало нового Лига Чемпионского года. Нас ждет футбол высоко. Прошел пас, можно обострять. Удар. Опасный удар. Рядом со штангой мяч проходит. Чуть-чуть поточнее пробей, и был бы точно гол. Групповой этап Лиги Чемпионов, пожалуй, самая интригующая часть первой половины футбольного сезона. В ближайшие месяцы мы узнаем, кто обеспечит себе место в плей-офф, ну а кто может быть отправиться в Лигу Европы.